Всем привет, друзья! С вами Малдер... что-то там видит он опять. И у нас Bulletstorm! Bulletstorm! Хорошо, черт возьми, мы в прошлой серии повоевали с этим роботом, но настало время его оставить, покинуть. А куда у нас делся Иши, меня интересует? Куда ты, сука, съебнул без меня? Не понял. Ну, по-моему, здесь... Вот там что-то... А, вот же он! А я не вижу. А тут что за дверки, хер поймешь... Хорошо, применить. Применяем. Они тут были не по нашей душе, Грей. Они эту дыру охраняли. Может, она им просто нравится. Или же им не нравится то, что оттуда вылезает. Фух, народу тут было полно. Там, наверное, нечто очень опасное. Так мы спускаемся? Само собой. А нам обязательно в это очко надо было лезть? Я не понимаю. Может, какой-то другой путь есть? Неужели баба побежала туда? А выглядит не так уж и страшно. Опоры стены ослаблены. Надо убираться отсюда. Скорей. Ясное дело. Я и не предлагал прикупить тут домик и переехать сюда жить. Да, слишком много расчлененных байкеров. Опять же, потолок того и гляди на голову упадет. И никаких тротуаров. Да, чинить задолбаешься. Ха-ха, ты знаешь, сроду не был так счастлив слышать такую ужасную шутку. Не, Иша приходит в себя. Иши приходит в себя, он, наверное, начинает привыкать к этим... Ничего себе, упал, какая глыба! Начинает привыкать к этим железным имплантам. Ой, блин, что такое? Что, что за хуйня? Продолжай двигаться! Продолжай двигаться. Я все время парю, блядь, нажимать на правую кнопку мыши, когда появляется тут нечто, когда надо посмотреть куда-то. Провода какие-то. Провода. Ну хуй на них, на эти провода-то. Ну тут главное свет есть. Главное не темно. А так как фонарика мы не имеем. Пинок. Это нам только на руку. Давай-ка. Опа, нахуй. Осторожно, я же говорил. Заткни хлебало и беги. Надо найти выход, быстрее. 16 секунд. Чего? Мы тут замурованы. Стоп, что-то вижу. Там есть проход. Давай, давай, Иши, блядь, шевели свои... Пошел! А, пробил для скольжения. Ну и все, сейчас. Ну и все. Ушли, 100%. Отлично. Прямо на последней секунде, как в голливудском блокбастере. Почти задавило. Мать ее! Надо где-нибудь найти подушечку для своей задницы. Старушка не готова к такому обращению. Мне не особо интересна тема чувствительности твоей жопы. Шевелись! Это хорошая тема, блять, между прочим. Это что такое? Ты что-то какой-то водопадик? Всем бойцам финального эхо в зоне. Командору требуется поддержка. Враги окружили лагерь. Продвигаться с предельной осторожностью. Дамба кишит местными. Всем остальным бойцам двигаться к точке сбора. Сигнал этой овцы идет с дамбы. Корабль для Сарана будет в пути. Если хотим пробраться на него, то нужно, чтобы она нас к нему привела. Она нужна нам живой. Тогда пошли возьмем ее живой. Ну это и есть дамба. Разыщите Тришку. Сделали? Спасите Тришку. Теперь нам Трешку. Трешку спасать надо. А где Трешка-то? Куда там? Ага, у нас тут магазин есть, отлично. Магазинчик, сейчас мы посмотрим, что мы там можем сделать себе. Дробовик. Дробовик. Повысить емкость. Блять, дробовик очень дорогая штука на самом деле. Может быть, нам взять тогда вот потрошков? А, давайте-ка мы вот этот купим. Одного не хватает. Вот так сделаем, пожалуй. Все. 590 рука. Обновить ударник. Не знаю, вот это вот делать нам не делать. Обновить ударник. Если противника слишком много, используйте ударник, чтобы отключить всех... отключить тех, кто... Давайте сделаем. Почему бы нет, собственно говоря. Купить ударник. А, подожди. Обновить... Что, нельзя? А, это я прибавляю этих самых патронов себе. Ёбаный случай. Обновить ударник. Блин, 400 стоит? Охуеть не встать. Ударник, блин. Вот так нихера себе ударник. Тогда сейчас мы сделаем еще повысить емкость 28. Сука, и вот это патроны каких-то нереальных денег стоят.
повысить емкость. Давайте, все, на максимум. И мы повысить емкость больше не сможем. Ну ладно, 11 пулек есть. 11 пулек есть. 5000 денег было. И ни копейки не осталось. Великолепно просто. 500 метров. 500 метров. Ты как, держишься? Боль колоссальная. А логика ИИ, она постоянно пытается взять контроль на себя. Держись. Просто держись. Это какой-то типа подъемник, что ли? Ну-ка, свали отсюда нахуй. Иши. Да, лифт. Хороший вид. Может, поцелуемся? Два грубых, закаленных на военной службе чувака сидят в лифте и мило обсуждают свои горести совершенно естественным образом. Ха! Нервный смешок. Либо твоя человеческая часть поняла шутку, либо твоей компьютерной части нравится, как я выгляжу в этих штанах. А может, понемногу и того, и другого? Ну, я тебя не сужу. Я мужчина видный. Ладно. Это кто тут? Срать болото! Это уже другая банда. Определяю странное клеточное строение. Боже правый! Они изуродовали других бандитов! Да еще как качественно, я хочу сказать. Изуродовали они других бандитов. Я, между прочим, рык слышу чей-то. А чей? Ёб твою мать! Твари поганые любят прятаться. Осторожно, эти уебки очень быстро и ловко. Блять, я его не могу херануть. Этим самым. А ногой могу пинуть? Блять, он с ноги не хочет уходить. Стой, нахуй. Сдох еще один. Блять, это какие-то не люди, нахуй. Это уже не люди. Какие-то, блядь, полузвери, нахуй. Дикие какие-то, дикие какие-то люди. Чё-чё-чё, пробел для скольжения. Ага. Ага, я его могу. Блядь, ты прикинь, я не могу. Сука. А-а-а! Где? Это хуило. Да хватит меня бить-то, блядь. Подожди, мужик. Да что ж такое-то происходит? Он отбегает, блядь, он очень быстрый, сволочь. Где Иши-то? Иши там сейчас выебут, нахуй. Ой. Причем в прямом смысле, блядь. Ну-ка, нахуй. Эх ты ж, блядь. Готов, сука. Сдохни. Как это, то ли маска у них, то ли чё ли это? Стой, куда ты, мужик, блядь? А вот так вот карабин ты наш очень точный, между прочим. Там это самое. Сдохни, сука. Подох? Не, не подох. Вот сейчас подох. Это что здесь такое? Хуй пойми, это какой-то, блядь, типа кафешка раньше была. О, смотри-ка, блядь, танцует нахуй. Брейк. Типа какая-то кафешка была. Ого. Снайпер, блядь. Снайпер, это хорошо. Я хочу его винтовку взять. Вон она, блядь. Хорошо. Я вижу уже. Тут снайпер, вероятно, не один. Оставайся в укрытии. Поменять дробовик на снайперскую винтовку? Сука, заманчиво. На верхней платформе. Давай. Где? Наведи меня на цель. Где, блядь? Во, вижу. Не, не вижу. А, вижу. Это я сам навожу, что ли? Ебать, нахуй, да ладно, я еще и пулей управляю. Погоди-ка, нахуй. Да ты че, блядь, ты смотри, как он отбегает, нахуй. А как мне стрелять-то, я не пойму. Может, тут захват цели какой-нибудь есть? Ну смотри, блядь, управление пулей. Блядь, я маленько... Объебался. Тут мышью надо пулю управлять. Ага. Ох, припечатали, блядь. Хорошо, где еще один? Так. Ах,
Отлично, блять, надо было в голову херануть. Ты смотри, а мощная штука на самом деле. Где? Ага. Вижу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это было круто. Блин. А там еще один, да? Да, ну-ка. Херанем сейчас и его. Эх ты! Да ладно, я прям через бетонку, что ли, пизданул? Ты глянь-ка. Вольно. Вольно, да? Может быть, нам поменять? Обратно дробовик-то взять? Слушай, дайте я поменяю. У нас и патроны к нему есть. Немножко. Это чего? Так, а я почему не могу это взять? Спокуха. Не, это патроны, это точно. А, я тебя, блядь, я тебя слышал. Я тебя слышал. Интересно, что будет, когда мы соберем, уничтожим, точнее, все 28 вот этих вот, вот этих бочонка. Всем бойцам финального эхо, это командор. Меня окружили, и у меня кончились патроны. Не слышала ни одного отчета уже несколько часов. Отправьте подтверждение, или я буду считать, что осталась одна. Они до нее добрались. Она долго не продержится. Не, мы скоро подойдем. А тут что такое? Вон лодка, блядь. Ну, они еще что-то пишут, блядь, когда их убивают, когда убивают своих жертв. Опа, там что-то ползает. Или мне померещилось? Что-то шевелится. Ха, новая голова растет, не иначе. Да срань же ты, болотная. Гандоны заслужили этого, но все равно. Найдена амуниция, отлично. Да блин, амуниция-то найдена. А что тут? А, это для снайперки. У нас какое-то улучшение есть. Еще два оружия нам надо каких-то собрать. Скальпировщик. Мощная полуавтоматическая снайперская винтовка. В каждую пулю встроено управляющее устройство, позволяющее стрелку направлять ее по радио. Это, конечно, замечательно, но я бы вот, конечно, обойму бы пополнил. Блядь, по 4 патрона я покупаю. 4 патрона 300 рублей стоят, нахуй. Обалдеть. Ебануться, блядь. Ну-ка, нахуй. Надо хоть к винтовке, что ли, тоже прикупить. Чуть-чуть, хоть полтинничек. Хоть полтосик. Ай, блядь. Еще снайперы. Еще снайперы. Хуй на них. Сейчас мы... Вот это подкат. Вот это я понимаю, нахуй. Блять. Очень сильно ебошь, вот, блять. Готов. Там еще где-то сзади один. Ага. Есть. Все чисто. Ну что ты пиздишь, все чисто. А, это ты? Убей всех, мне нужно время, чтобы поработать на мосту. Блять, ему нужно время, нахуй. Ну, поглядите на него, нахуй. Ему нужно время. Где? Вижу. О, как далеко, блять. Так, ну да. О. В пузо прям. Еще где-то. Что такое? У меня три пульки только. Три пульки. Ну-ка, еще один. Еще один. Вот, это вообще нормально. Я ему чуть... Моя радость усни. В лысину не пробил. Я прям в башку хочу кому-нибудь всадить. Эй, блядь, в ногу. В пятку, блядь. Как нахуй я это попал? Еще одна пулька. Где? Вот. Еще одна пулька. Там можно будет сбегать, подобрать патроны, конечно. Отлично, есть. Есть, ну-ка. Где? Вот еще, блядь, что, по одной пуле, что ли? Да ладно, нахуй. Правда, ведь по одной... Вон еще одна лежит. Во! Ладно. Хули ладно, давай подожди, блядь. Отсюда. Как выбираться? Я еще не закончил, на мужик. Как потеряна цель? Ёб ты мать. Вон еще одна. Цель потеряна. Нихуя не потеряна. Угу, есть. Эй, я жду. Он ждет, блядь. Он ждет. Ну подожди, блядь, ждет. Ладно, тогда... Ну, я не знаю, давайте тогда снайперку оставим пока что. Блин, а мне жалко дробовик-то, сука. Но он же мощный, хороший. Где ты, блядь?
А где дробовик-то? Эй, здесь же был. Пропал, что ли, хотите сказать? Как пропал? Да ладно, блядь. Где дробовик-то, блядь? Тут лежал. Твою ж мать. Сука, исчез. Или я не вижу его просто? Ну как не вижу-то? Вот здесь же был. Ну ёб твою мать, тебя просрали, дробовик. Тьфу нахуй. Ладно, ладно. Там один человек только остался. Найдена амуниция. А я вот в этом магазине не могу переключать оружие. Я вот хочу, допустим, взять смена левого оружия. Что, блядь? Нажмите В. Смена левого оружия, смена правого оружия. Это что, блядь, означает? Смена левого оружия. А, я пистолет положил. Так, ну-ка. О-о-о, а точно, а почему бы нет? У нас будет и дробовик, и снайперка. Ну и все. Че тут мозги-то мы ебем? О-о-о, вот это просто замечательно. Где эти, суки? Ага, вижу. Вижу за ящиками. Куда ты, блядь? Пинуть не могу? Блядь, не могу нахуй, а? А-а-а! Перезарядочка! Так, сейчас я с дробовика ебану нахуй. Буду ебашить нахуй. Готов нахуй. Готов, сука. Где? Куда ты, блядь? Еще нахуй сдох. Патрошки. Куда, 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 куда ты ломанулся, дядя? На нахуй. Прибило, блядь. Ха-ха-ха, как весело, блядь. Еще один пульк. Готов. Что это за хуйня? Провода, блядь. А вас тут много, между прочим. Вас тут много. В куски, на. Ой-ой-ой. Не попал, блядь. Где еще? Ага, вижу. Ха-ха-ха, на одни ноги остались, блядь. Вот так надо, блядь, тише. Топлес, 25. У нас все в порядке, давайте найдем посылку. Хлыстик, ну-ка давайте-ка мы сейчас подкупим. Блядь, а подкупать-то нечего, нет, есть на что. Купить обойму. Взрывной заряд недоступен. А почему недоступен-то, я не пойму. Давайте немножко мы прикупим. Да еще разик, вот. Еще разик. А винтовка? Винтовки тоже мало патронов, конечно. Но хуй бы с ней, ладно. Хуй бы с ней. Емкость ударника. Как вот этой хуйней пользоваться, мне интересно. Интересно. Удерживайте Q. У нас же как-то вроде бы получалось. Удерживайте Q. Ну и все. Что дальше делать? А где проход-то? А, ты сейчас откроешь дверку нам. Ну давай, давай, мужик. Ну что ты там тыкаешь-то? Во! Так. Они идут. Они идут. Они ебут. Так, ушел. Ушел. Стой, сука! Догоню, блядь, хуже будет, на. Ай-яй-яй-яй-яй. Ох, как красиво. Сразу двоих пизданул. Вроде бы. Что это было? Рыбий корм. Блять, ты чё нахуй на меня напугал, сволочь? Из-за тебя патрон просрал. Вон еще двое. О, минус башка, блять. Ох ты ж, ёбаный рот. Рыбий корм, еще рыбий корм. Тоже съебал. Давай перезаряжай. Отлично. Что такое? Сзади ебошит. Ах ты, сука. Прям в окошко вылетел. Тварь такая. На нахуй, последний. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты откуда взялся, блядь? Хуйло. Хуйло. Оба на провода подкинули. Красиво это было, а? А что, все что ли? Типа того. Вроде, да. Иши он там стоит. Покуривает. А кто пиздит, я не пойму.
кто-то базарит причем. Достаточно громко. Где, блядь? Или, а, это может реклама какая? Говорливая. Ты что, прятался? Непослушный мальчик. Ладно. Нельзя терять время, вперед! Вперед. Я и не отступал еще ни на шаг. Надеюсь, назад. Девчонка не обосрется. Я говорю, что будем делать, если она не выживет? Что делать? Мы умрем, Грей! Наш единственный путь к Сарану лежит через нее. Наше единственное средство спасения. Да уж. А, мы вниз даже едем. Я думал, почему-то наверх сейчас надо будет нам подниматься. Но нет. Вон что-то еще там. Ящик. А у меня есть что? У меня 590. Ну, могу, в общем-то, патронов купить немножко. Опять же, к этому самому, к дробовику. 20 пулек. Ну, 20 пулек, то это, считай, 20 человек. Это неплохо. Что это? Всем бойцам подразделения финального эха. Говорит член правкома, меня окружили. Направляйтесь к местоположению Сарана для эвакуации. Не пытайтесь спасти меня, тут сотни врагов. Боже, они возвращаются. Кто-нибудь, скажите по мне хорошую поминальную речь. Тебя, блядь, не вспомнит никто даже. Проклятие! Давай, надо двигаться! Надо... 100 метров всего лишь осталось-то. Где, суки? Вижу. Засада? Какая нахуй засада, блядь? Ох, 3 человека, блядь. Эту хуйню еще замочим. Перезарядочка. Оба, 2 минус. Еще один. Вот так вот, Иши. Учись, блядь. Куда ты, блядь, мужик, блядь, как весело, а? А, подожди, Иши. Прекрасный вид. Наверное, когда-то это была неплохая планета. Это была охуительная планета, судя по всему. Красивая. Это что такое? Ага, патрошки взял. Неплохо. Кто-то это готовит? Невероятно. Не хочу узнать этот рецепт. Это кухня сигнал местная. Сигнал становится сильнее. Цель близко. Местная кухонка. А что цель? Еще какой-то лифт. Ну, поехали. Еще лифт. Еще ниже, что ли? Только этажи выше. Выше теперь. Ага. Вот. К оружию. Сейчас придется поработать. А что там? Что такое? Пусто. Сигнал неверный. Нет. Она здесь. Засада! Засада. Дерись, как умеешь, и мы еще сможем из нее выйти. Засада. А вы вниз-то, суки, не будете, что ли? Ах вы, твари, блядь. Не могу. Блядь, не могу. Так, ёбнул. Мне бы наверх как-то вот пробраться. А как тут? Может, лестница какая-нибудь есть? Сдох? Да, блядь, ты не сдох, нахуй я себе. Ты борзый какой, нахуй, мужик. Еще один готов. А Иши ты где, блядь? У меня патроны-то, блядь, вообще-то кончаются как бы. Но они тоже, блядь, кривые, не попадают ни хера. Так, есть, готов. Че. Вот в прицеле, блин, слушайте, этот карабин вообще точный. Блять, походу Иши наебал. На один амуниция, блядь. Какая нахуй амуниция? Мне бы тут где-то сохраниться, блядь. Отлично. Отлично. А, вон Иши, ты спрятался, блядь. Ты, блядь, какой умный нахуй. Сука, состоит из брони, блядь. А прячется на... Слушайте, а у меня вообще патроны-то как бы... еще есть, нормально, нам хватит. Рвотный рефлекс, я ему прям в глотку захерачил. Дип, трот, блядь. Готов. Ну, сука. Давай, блядина. Отлично, сдох. Еще где-то... Ух ты, это что такое?
Блять! Я вижу. Подожди. Готов. Ты не сдох, что ли? Как не сдох? Блять, а этот ты откуда взялся? Ёпшевать. Еще один. Или это они спрыгнули? Вот так надо, блять, мужик. Вон, потрошки. Есть. Где? Вон. Блять, он взял, мимо него пробежал. Охуеть. Найдем настоящего противника. Подожди, блять, найдем настоящего противника. У меня патроны кончились, блять, от дробовика, нахуй. Купите обойму. Все патроны на него уходят, блять. Охренеть просто. Еще бы хотелось где подыскать потрошков или денег на потрошки. А я тут не могу. Я не могу тут спрыгнуть. Или денег на потрошки для винтовочных. Для винтовочных пулек. Ну-ка, давай-ка. А, тут надо. Тут надо нежнее, блядь, действовать. Мост. Вы какашки трусливые. Ну-ка иди сюда, сука. Готов, нахуй. Где еще двое? На, сразу двоих, блядь. Вот сразу. Не сдох, ты прикинь. Ушел, сучка. Блять, перезаряд. Вот этих сразу двоих пизданем. Да ладно, не пизданули. Почему? Да ты че, блядь? Ты глянь, какой он. Куда ты, блядь, дебил? Давай, осталось немного. Да подожди ты, блядь, осталось немного. Еще надо покупать. Еще надо прикупить, блядь. Во, а еще можем, кстати, купить патрончиков вот этих. Все. Идем дальше. Да, мы тут и пособираем. Куда он бежал-то? Сюда? Ага. Подожди, мужик, а тут может что есть? Какая-то нычка, блядь, прям сделана. Нет, нет ничего. Странно. Нет, ну хоть какой-то чемодан положили с припасами. Не захотели разрабы почему-то этого сделать. Ну, ёбаный рот, а. Пинок. Ну-ка, нахуй, отлично. Еще, сколько тут дверей-то, твою ж мать. Вон, надо вытащить ее оттуда. Ага, сейчас вон они ее сейчас ебать будут. Блять, тут бочка нахуй взрывная была. Применить. Надо, наверное, это надо быстро делать-то или нет? Или до пизды? Че тут находится? Тут бочки, блядь, заминировано все. К херам просто. Перезарядка, блядь. А, сука, ушел. Где еще один? Где-то еще один был. Вот, да тут не один, блядь, тут их целый шобла, блядь. Так. Спрячьтесь в укрытие. Я в укрытии. А, замочили, суки! Замочили, твой. Я не видел второго-то, на меня двое напало, оказывается. Ну уж твою. Блять, бабенка симпатичная. Между прочим. Поехали, пробел. Ну, ладно, хоть мы здесь недалеко убежали-то. Контрольная точка близко была, прям рядышком. Вон, надо вытащить ее оттуда, сейчас же! Сейчас же! Сейчас же! Вон там... Сдохли? Да, блядь, да как вы не дохнете, суки? Ну, это точно сдох. Ах ты ж, блядь, такая... Он не сдох! Не, он сдох. Погнали вниз. Надо прятаться за этими самыми. За колоннами вот за этими. И по одному, наверное, выцеплять. Куда ты нахуй побежал, блядь? Скотина, блядь. Так, во-во-во. Там двое. Ясен хуй, блядь. Я прям напрямик. Стой, может быть тут применить тактику пейнкиллера, блядь? Троих, блядь. Двоих, блядь. Кровавые. Что-то там кровавые. Да. Даже читать не успеваю, блядь. Говнюк отправился к праотцам. Ага, вон еще бегают. Блядь, тут взрывается бочка. Куда, куда, куда? Где ты, блядь? На нахуй. Перезаряд. Да не до, они не дохнут, блядь, с одной пули. Прикиньте, на. Крепкие падлы.
Патрошки есть. Еще один где-то мышит-то, блядь. Нет, сзади кто-то ебенит. Ага. Так, этот доебенился. Вон еще один убегает. Убегает, чертила! Мясная нарезка! Налетайте! Патроны кончились? Ёбный рот, нахуй. Подожди. Как кончились, нахуй? У нас есть еще автомат. Правда, по сравнению с дробовиком, там, конечно, не очень, блядь. Я думал, вот эти бочки-то, они взрываются. Они нихера не взрываются, блядь. Трое, нахуй. Так, этот подох, да? Готов, в голову. Что такое? Тоже готов. Патроны собрали, собрали, отлично. По двадцатничку. Открывай! Собака. Ты просто ничтожное отребье! А сиськи маленькие. Еще хочешь моей ласки, говно собачье? Надеюсь, это стоило ожидания. И жопы нету. Ух ты, отличная работа. Да. На, иди. Знаешь, кто мы? Вы те бесхуевые самоубийцы, которые нас протаранили. Догадалась. Мертвое эхо. Сраные психопаты, которые ушли на сторону и убили 1010 мужчин, женщин и детей. Слышал, Иши? 10 000 невинных. На 5 000 больше, чем в прошлый раз. Да какой дебил бы так поступил? Надо же было так учудить. Чего вы, идиоты, просто не свалили? У нас не было выбора. С крейсером Конфедерации на хвосте. Пришлось бить Одиссея, пока мы еще могли. Эй! Спокойно. Продолжаем разговор. Где место эвакуации? Ты собираешься нам помогать? Прекращай. Мы все хотим одного. Свалить отсюда. Это место слишком опасное. Одна ты тут не выживешь, сестренка. Мы поможем тебе добраться до точки эвакуации, а ты поможешь нам убраться отсюда. Такая вот сделка. Ладно. Но если один из вас ко мне еще хоть раз прикоснется, замочу. Пошли. Да успокойся ты, блядь. Понимаю, мы не можем ей доверять, но она нам нужна живая. Я не доверяю вам обоим. Я без колебаний пристрелю первого, кто предаст мое доверие. Я, прости. Ладно, хорошо. Двинулись. Понял. Между прочим, черт. Полный бардак. Между прочим, Миша-то правильно действовал. Он прямо за космо взял. Ты сука, блядь. Сейчас я тебя наебаю, если что не так будет. Спасите Тришку. Сука, кто ж тебе имя такое дал? Да, мы вперед. Трешка, блядь. Черт. Что за псих это творит? Черви и черепа враждуют. Черепа? Банда людей. Тупое племя безо всякого воображения. У них закончилась еда, поэтому черепа обращаются с червями, как со скотом. Черви хотят отомстить и ищут возможности расправиться с любыми людьми. Магазинчик, а нам... Слушайте, я столько народу повалил, мне только 1000 отдали, блять, а? Только косарь какой-то, мне патронов надо к винтовке купить. Это в первую очередь. Мы все деньги в дробовик вот въебываем сейчас в последнее время. По обойму. Ну, еще полтинник, до 600. И 600 у меня останется как раз на 3. На 8 патронов, блядь, охуеть не встать. 8 пулек, 8, блядь, за сколько там? За 600 рублей, блядь. А снайперка что у нас тут? Открыть доступ 940, охуеть не встать. Ну ладно. Я пока, пожалуй, похожу с этой самой контрольной точкой. С карабином. Ух ты. Черт, они разошлись. Это неплохо. Они не будут обращать на нас внимания. Им придется. Там единственный путь отсюда.
Вот это я херанул неплохо сейчас. Отлично, блядь. Отлично. Давай в сраку нахуй. Ах ты, сука. Ладно, в грудь тоже пойдет. Сейчас я их всех перебью, блядь. Всех абсолютно. То есть, они с людьми конфликтуют, да? Синенькие это люди, блядь. Они синенькие это... Тоже люди, блядь. Но другие немного. Так, кто тут у нас? Что тут у нас есть? Где? Чего, блядь? А, вот так, да? Ну-ка, погоди-ка нахуй. Его хлыстом... Вот это... Синеньких можно хлыстом херачить, блядь. Блядь, ты ёбаный, напугал нахуй. А тут что у нас за заведение-то? А, так нам сюда и надо. Наверное, да? Или нет? Подожди, нет, нет, блин, мы пришли отсюда. Туплю. Туплю, но это ничего страшного. Сюда. Как раз мы на дамбе на этой уже находимся. Дамба, дамба, дамба. Где же кто есть-то, блядь? Где еще люди-то? Вон он, блядь. Ох ты, херануло как сильно. Черепа это люди, правильно? Правильно, блядь. Обычные имеются, не быстрые. Ох ты, прям в башку, нихера себе, я попал как удачно. Ну этих-то проще пиздить. Этих можно и с ноги, и кнутом, все дела. По кому еще он ебашит? Еще 4 херы долой. А, вот он, о, я поймал быстрого нахуй. Правда, я, по-моему, труп поймал его нахуй. Спокуха. Могу... О, блядь! Я здорового пизданул на Снагина! Это что за хуйня? Он тоже с ноги пиздячит. Да? Иши, блядь, у меня подсмотрел тактику боя. Ой, красиво. Где? Ах ты, сука. Анальный секс 250. В очко, походу, полобоймы выпустил прям. Чего тут стоите-то? Идемте, придурки, блядь. Больше черепов. Больше черепов. Больше черепов, да? Есть нахуй? Ой, это баба. Это свои. Есть. Ох ты, красиво. Куклу Вуду. Ах ты, бледина. Есть. Добивание пули. Готов, нахуй. Патроны. Вольно. Отлично. Магазин. Магазин. Иши, займи позицию. Я буду держать овцу рядом, чтобы ее ненароком не убили. Я неплохо справлялась, пока не появился ты, этот чокнутый японский робот-человек. Его зовут Иши. Вообще здорово. Я Тришка. Я Грейсон Хант. Ты тот, кем меня учили не становиться. Эх ты, сучка. Ну-ка, секунду. Сейчас мы еще прикупим потрошки. Так, потрошки. Сюда. Пока так оставим. И потрошки для... Блин, подождите. Давайте мы разблочим. Повысить емкость, разблокировать выстрел. Выстреливает дистанционно управляемой разрывной пулей, способной прикончить сразу нескольких противников. Неплохо. Неплохо, конечно, но нам пока это... А, хотя, подождите. Давайте повысим емкость. Потому что 10 пулек всего лишь. Как-то, блядь, не очень. 15. А, все, нахуй. Все, нахуй. Давайте тогда купим, блядь, 3 этих, нахуй. Точнее, 8 патрончиков для дробовика. Вот и все. Вот и все. Что было? Контрольная точка. И вот на этой контрольной точке мы остановимся на сегодня, друзья. Все, с вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.